Казахстанская спортивная делегация завоевала 39-ю медаль на азиатских параиграх в китайском Ханчжоу. В активе национальной команды теперь 7 золотых, 11 серебряных и 21 бронзовая награды. Призерами континентальных соревнований стали наши паравелосипедисты Кенжигуль Сейджан и Антон Лаврентьев. С результатом в 1:35:27 финишировали третьими в групповом зачете шоссейной гонки. Золото досталось представителям Южной Кореи, а серебро паре из Индонезии.